Я изначально для себя уже выбрал скульптуру как будущую профессию. Мне было очень интересно уже в детстве что-то такое своими руками создавать. Я очень увлекался историей древнего мира. Я стал лепить вот этих фигурки. Мне, конечно, хотелось, чтобы эти все-таки фигурки были похожи действительно на людей, чтобы у них были соответствующие тому периоду аксессуары и так далее. Передача знаний и опыта от зрелого мастера молодому художнику очень важна. Я поработал с одним из наших ведущих скульпторов, это Альберт Серафимович Чаркин. Ну, естественно, я был подмастерье. Я не боялся вот того масштаба, тех, наверное, трудностей, которые ожидали молодого художника. Был такой очень хороший юношеский драйв. Художнику важно чувство прекрасного. Надо уметь видеть красоту в каких-то, ну, казалось бы, обыденных вещах и быть в некой гармонии с окружающим тебя миром. Первое, что мы делаем, это рисуем на бумаге. Лепятся небольшие эскизы. Рабочая модель – это, по сути дела, уменьшенная копия будущего произведения. Мне повезло, что я работаю в нашем прекрасном городе, Санкт-Петербурге. Нахожусь в этом здании, историческая мастерская большого художника Опекушина. Существует ли здесь особая аура? Наверное, да. Вот эта аура такого, с одной стороны, хорошего соперничества, с другой стороны, некого такого профессионального единства. Без лишней скромности скажу, что мне повезло, и я действительно уже достаточно много сделал в Петербурге. Важно понимать ту степень ответственности, которая лежит на художнике, когда он вторгается вот действительно в наш прекрасный город с какой-то своей идеей. Только с годами приходит осознание того, что все-таки мы с вами живем в очень красивом городе. И есть много просто мест, в которых мы не бывали. Все то, что создает вот эту неповторимую ауру и атмосферу нашего города.